Подготовка к зиме и отопительному сезону – одно из важнейших направлений работы городского хозяйства. В этом году предприятием «КазЭнерго» проведена большая работа в период подготовки к отопительному сезону. В 22 котельных был проведен капитальный ремонт, из которых в 6 замена котлового хозяйства на современные с хорошим КПД. Вот в данной котельной на улице Музыкальная новый котел псковского производства. И здесь была целая спецоперация, пришлось разбирать стену. И на сегодняшний день идет монтаж оборудования. Без каких-либо проблем к концу ноября будет новый источник тепла, который обеспечит 15,5 тысяч жителей Кировского района.